Пожалуйста, в чем формально в виде равенства состоит условие согласования вот этой амплитуды бесконечного тонкого света? Сейчас тебе скажу. Значит, поначалу они это делали руками. Ну, понятно, да? Значит, ну, в счете. Мы долго не могли сначала понять, в чем у нас стоит. Во-первых, мы не понимали, что на самом деле здесь нет единственности, и скоростей в омега-1 много. Значит, вот когда она первый раз подобрала, попала, да, то она получила какой-то новый тип уравнений, не Гюгони. Ясно, что у Гюгони сохранится впереди, да, на заднем фронте будет другое уравнение. И она выписала его просто. Вот это вот Феодоритова, которая считала. Очень красиво какая-то вещь. Вот после этого мы стали пытаться считать аналитически, и когда аналитически получили, то попали. А когда уже стало понятно, я асимптотику же выписываю. С Каном мы давно это все делали, все давно считали, плотик-плотик много этого сделал. То есть я могу выписать главную часть асимптотики как по Кану, да, та же как и по ударной волне. Я просто грубо делаю, мы делаем так, чтобы они были одинаковые. Чтобы главные члены, да, всплеска были одни и те же по амплитуде, по высоте. Ну, я, понимаете, я боюсь говорить, потому что одни говорят людям, как начинаешь, все начинают орать на тебя, турбулентность. А кто ее знает на самом деле? Ведь то, что там пишут по форме турбулентности, тоже меня всегда смущает. 20 тысяч разных форм турбулентности, и две между собой не согласуются. Понимаете? У меня, к сожалению, я говорю, я успел перед смертью с Черным поговорить, но у меня было потом ощущение, что зря пришел. Но его ученики мне сказали, слушай, он так кричит только тогда, когда считает, что что-то интересное. Наработанность того, что сделано, особенно с этим Навье-Стоксом. Давайте остановимся с этим Навье-Стоксом, поймем вообще, откуда ноги растут. А мы про это ничего не знали. Поэтому, вот по моим ощущениям, были две типы турбулентности. Да? Они крайние. Одна это волновая, это то, что Раушенбах пытался делать, а вторая диффузионная, значит, Колмогоров, там, это все остальные. Мы все понимаем, что это симбиоз. Там нельзя волновую получить, здесь нельзя диффузионную получить. Значит, это некая попытка понять, что это на самом деле так и есть, что это есть согласование волновых и диффузионных свойств. Я не говорю, что так может быть. Надо, конечно, эксперименты делать.